Я всех приветствую, с вами Ирина. Сегодня буду регистрироваться в сервисе Авизо. Работает он 3 года. Чем хороши сервисы, которые работают уже много, а не новые? Не новые. Потому что там много пользователей, которые будут выполнять ваши задания и просматривать вашу рекламу. Я этот сервис рассматриваю для продвижения своих проектов, в которых я участвую, а не сама буду просматривать рекламу. Значит, мы будем сейчас регистрироваться. Здесь логин пишем, email, придумываем пароль. Кто реферер, я не знаю, просто набрала visa.biz и все. И нажимаем «Зарегистрироваться». На почту пришла ссылочка для активации, надо перейти по ней. Вот я перешла. Смотрим, что тут есть. Есть тут задания, серфинг, письма, тесты, продвижение YouTube. Это заработать. ВК. Так, что тут можно на YouTube сделать? Подписаться. И суммы такие. 20 копеек, 20 копеек. Просмотр видеоролика. Там 0,05 копеек. ВК, что можно сделать? Надо привязать ВК в разделе «Настройки». Идем в «Настройки». Так, YouTube надо привязать. Все, привязала YouTube, привязала ВК. И вот здесь «Вступить в группу». Вступить в группу, рассказать друзьям, сделать репост. Так, сколько тут рекламы у нас стоит? Интересно. Буду я разбираться здесь. Просмотр рекламы. Разместить ссылку можно. Пассивный доход. Динамические ссылки. То есть вашу рекламу будут вот так просматривать и получать деньги, а вы будете платить. И вот здесь также можно разместить свою ссылочку. Как сюда попасть? Тут можно почитать. На доске почета мне пока не надо. Сделать заказ. Задание, серфинг. Ваш сайт будет просматривать. Письма, тесты. YouTube, видео, лайки, подписки, вступить в группу, лайки, репосты, баннер, 150 рублей в сутки, контекстная реклама, реклама во фрейне, текстовое объявление, статические ссылки и TikTok пока в разработке. Все, ссылочку я оставлю под видео. Кстати, есть ли тут реферальная система? Мои рефералы. Рефералы не найдены. Все, разберусь, оставлю ссылочку. Пока-пока.